Вот что самое главное. Знаете, когда говорят, как объединяться, вот так и объединяться. Поддерживать друг друга, верить друг в друга. В сложной ситуации приходить на помощь и бороться вместе. Потому что боремся-то за правильное. Мы же ничего не просим себе, да? Мы на самом деле делаем большую общественную работу. И я благодарен всем, кто приходил сегодня, уходил, кто сейчас поддерживает нас по телевизору, да? Нас, конечно, заткнули с вами в такое место. Да, замечательно. Да, мы когда согласовывали митинг, оказалось, что тут уже одни заняли, тут вторые, тут третьи. Сцену нельзя, звук нельзя. Но мы люди креативные, да, у нас, по-моему, неплохая сцена получилась. Такой маленький блокбастер. Да, извините, конечно, что в такой ситуации, но я думаю, что мы будем с вами встречаться и по приятным поводам. Спасибо. Спасибо, родные. Мы на самом деле, я скажу, да, вот мы же проехали... Ай, Лазарев есть еще или убежал? Мы проехали с коллективом, ну, все области, да, и большие, и малые города. И я вам скажу, знаете, вот эти вот ярлыки, что где-то живут одни, где-то другие, но везде люди разные, и везде много адекватных, и трезвомыслящих, да, и понимающих ситуацию. Но вот почему-то, да, благодаря медиа, не совсем объективным, у нас иногда даже складывается несправедливая картина относительно собственной страны. У нас прекрасные люди. У нас просто агрессивное меньшинство, да, подменило собой закон, подменило собой правила, да, приватизировало хорошие понятия. Но если мы не сошли с ума еще, то у нас все впереди, я вам точно говорю. Мы же знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И это же ценности наши. Тут Максим говорит, кто-то уезжал, мог бы. Друзья, ну я много где был за границей, и по работе, и просто, да, в туристических целях. Ну, наблюдаю. Поэтому, друзья, тут наша земля. И за нее надо бороться. Надо бороться за свое. Пока не отобрали. По себе. И не отберут. Не відберуть! Да, друзі, і знаєте, що маємо сказати, що у нас народ дуже терплячий.